как работает управление делами с предприятиями своими прежде всего. Это целое министерство. Все-таки, считай, отработали 3 квартала. Какова ситуация там и что больше всего настораживает? Вторая тема. Ты много лет последний работал в Африке. Я вижу, что пошли подвижки по продажам техники. Пусть там не масштабные, но то, о чем мы договаривались, и то, что планировали, уже какой-то процесс начался. Как обстоят дела, что влияет негативно на развитие отношений с африканскими государствами, но с ними надо сотрудничать. Это государство, как мы говорим, дальние дуги, государство богатое по своим природным ресурсам. Может, где-то мы сможем что-то для себя добывать. Может быть, в обмен на свои товары как-то будем работать. Ну и продавать. Вот мы тогда завязались с ними, и я вижу, они начинают потихоньку нам помогать. Финансируют совместные проекты. Это здорово. Поэтому вот эту тему рассмотрим.